Корпус располагается на территории образовательного центра «Сириус». Накануне его посетил Владимир Путин. Сопровождал главу государства Вениамин Кондратьев. Президенту России, губернатору Краснодарского края показали научные лаборатории, современные кабинеты. Сейчас здесь проходят подготовку по физике, химии и математике. Ребята, которые отправятся на предстоящую Олимпиаду в Катаре. Благодаря «Сириусу» мы здесь проводим в апреле смену. И там отбираем ребят. Ну, там Слав, например, он 7-й класс только у нас, он себя показал и сейчас борется за то, чтобы наравне со старшеклассниками, чтобы поехать на Олимпиаду. Здание рассчитано на 800 человек. После отбора обучаться в школе могут дети из «Сириуса», а также сочинские школьники в инженерно-математическом и химико-биологическом классах. Программа нацелена на исследовательскую и проектную деятельность. После ознакомительной экскурсии глава государства здесь же, в новом корпусе, провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Участие в нем принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На совещании обсудили вопросы дальнейшего развития центра «Сириус». В том числе оно включает и строительство имени Латинского лицея в Сочи. Работы на площадке уже ведутся. Их лично контролирует глава региона. Это будет комплекс с уникальным набором образовательных программ, состоящий из школы на 1100 мест, детского сада и бассейна. Еще одним важным элементом научно-технологического центра станет Имеретинский лицей. Он должен заработать в 2020 году. Считаю необходимым создать в нем условия для постоянного проживания и обучения воспитанников «Сириуса», а также мотивированных и проявивших высокие способности школьников самого города Сочи и Краснодарского края, других регионов России. Что хотел бы особо отметить. Здесь, в Имеретинской долине, на базе нашего олимпийского наследия, мы с вами создаем уникальную модель образования, в полном смысле соответствующую высоким требованиям будущего. Но вопрос гораздо шире, разумеется, стоит. Весь проект «Сириус» призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов. За время работы «Сириуса» около 3000 кубанских ребят, в том числе студенты колледжей, внесены в федеральную базу одаренных детей. Преподаватели образовательного центра помогают детям из сочинских школ углубленно изучать профильные предметы, проводят лекции и мастер-классы. Кроме этого, для одаренной молодежи со всего края в скором времени построят специализированную школу поколения. Мы приняли для себя принципиальное решение создать в крае еще один магнит для одаренных детей. Аналогичную школу мы построим и в Краснодаре. Она заработает в 2021 году. Поступить туда сможет на конкурсной основе ученик из любой точки региона. Это будет интернат, в котором дети смогут жить и учиться. Такие объекты – это наши главные инвестиции в будущее. Мы сегодня должны выявлять и поддерживать тех талантливых мальчишек и девчонок, которые будут создавать завтрашний день Краснодарского края. Попасть в такую школу ребята со всей Кубани смогут на конкурсной основе после 4 класса. Обучение будет бесплатным. Подобные центры должны стать частью единой системы выявления и развития способностей у детей. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.